Всем привет! Сервис Mesh в последнее время достаточно хайповая, в общем-то, такой прием, принцип, технология в микросервисной архитектуре. И в рамках доклада мы попробуем разобраться, нужен он в принципе или нет, и будем это смотреть на примере компании, где я работаю. Меня зовут Тарасов Александр, я директор по инженерии в компании Anomani. Как видите, все имена в социальных сетях у меня консистентны, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. С удовольствием на них отвечу. Всегда я в свою презентацию вставляю такой слайд, в котором, ну, такой слайд отказа от ответственности. И самое главное, что, несмотря на то, что я буду здесь говорить, вы должны воспринимать информацию критически, и все свои действия за них несете ответственность только вы. Так как очень многое в докладе базируется на как бы, примере нашей компании, поэтому нужно немножко сказать о ней. Мы стартап в Британии, пилим такого персонального помощника для малого и среднего бизнеса, и наиболее такой известный аналог на российском рынке — это банк. Когда я туда пришел, было все достаточно мало, всего было 10 сервисов, и сервис-меш был точно не нужен в этой ситуации. За два-два с половиной года все значительно поменялось, количество сервисов выросло, и, соответственно, появились новые проблемы, да, связанные с этим. Так как в названии доклада есть такое понятие сервис-меш, то давайте сначала разберемся, в принципе, значит, что это такое. Начнем с того, что когда вы между сервисами да, в распределенной архитектуре есть разного рода вида коммуникации, мы сегодня будем говорить о point-to-point -point коммуникации, когда один сервис берет, вызывая другой сервис, а сразу получает, в принципе, на это ответ. А обычно такие сервисы, как бы пишутся, все-таки в основном вы концентрируетесь на бизнес-логике внутри микросервисов. Поэтому, скорее всего, есть какая-то а, шарит библиотека, в которой есть а, основные какие-то вещи, которые помогают а, делать эти вызовы, скажем так, более легко разработчикам. Но а, также есть такая проблема, что а, помимо того, что вы делаете хотите сами вызовы, вы хотите еще собирать какие-то метрики, там, трейсы, делать, а, статистику и так далее. Скорее всего, с таких библиотек много. Поэтому такой подход, он в принципе, у него понятные преимущества, да, то есть он платформ-агностик, он просто в реализации, понятен для разработчиков. Но когда у вас становится много сервисов, возникают проблемы менеджмента, да, то есть нужно управлять как-то всеми этими зависимостями. Если у вас больше, чем один язык программирования, то придется пилить на каждый из них свою библиотеку, либо делать какие-то общие решения скажем, на языке низкого уровня, например, C. И самое главное, что каждый раз при каждом апдейте вам требуется пересобрать все сервисы и, собственно говоря, накатить их в продакшн. Поэтому в микросервисном мире, да, в мире контейнеров уже давно есть такой паттерн, который называется сайт-кар, как такая коляска к мотоциклу, в которую как раз таки выносят различные рода вспомогательные вещи. Вот, в данном случае это просто такая прозрачная, по сути дела, обработка запросов от одного сервиса к другому. В сервис-меша обычно сайт-кар называется прокси или data plane, а штука, которая им управляет, называется control plane. Помимо этого, сервис Mesh позволяет, ну, во-первых, не писать каждый раз в там, сервисах, не оттачить к ним эти самые вспомогательные библиотеки, ну и унифицирует нефункциональные требования, то есть такие, как, например, там, сбор метрик, трейсов и так далее. Это вот в общем виде. Соответственно, плюсы этого подхода, они именно в менеджменте, да, то есть в том, что вы можете использовать атагональное использование, за счет чего достигается консистентность и централизация. Вот. А недостатки здесь в том, что, во-первых, сайт карт этот может пухнуть, становится все более сложным, и это имеет некоторую свою цену. Да? Цену с точки зрения производительности, цену с точки зрения потребления ресурсов. Там, цепу, память, сети и так далее. Это все мы рассмотрим с вами чуть позже. Как-то здесь будет в докладе приходить такой мишка-любопышка и спрашивать вопрос. И вот основной вопрос он спрашивает, это какие вообще проблемы мы, в принципе, решаем. А в микросервисной архитектуре есть, если мы посмотрим да, на нее, то это вот граф конкретно нашей архитектуры, да, где каждая точка — это сервис, а стрелочки — это какие-то связи между ними. И в такой архитектуре всегда как бы есть три основных проблемы. Это сделать так, чтобы она работала отказоустойчиво, чтобы мы могли понимать, какие вообще проблемы есть, да, то есть наблюдаемость, и это безопасность внутреннего контура. Давайте их рассмотрим. Значит, с точки зрения Reliability — это основные вопросы, здесь касаются разнообразного рода стратегии балансировки запросов, канареечных релизов, сплита трафиков между сервисами и так далее. А с точки зрения наблюдаемости — это сбор унифицированных метрик, какие-то распределенные трейсы в тот же самый джаггер, например. А с точки зрения security основной вопрос здесь — это про шифрование трафика внутри контура, и правила, которые определяют, может ли, например, сервис А вызвать сервис Б. В общем, с этими знаниями где-то полтора года назад, в связи с тем, что у нас количество сервисов резко возрастала и хотелось иметь, значит, возможность а, понимать, где же все-таки есть узкие места, мы таки решили, а давайте внедрим сервис mesh. Но ну, на самом деле, конечно же, вопрос стоял не так. А, в первую очередь, мы хотели бы получить распределенные трейсы а, в джаггере, да, чтобы наблюдать, что вообще происходит по цепочке вызовов. И в этот момент у нас был а, выбор, да, мы могли пойти в сторону инструментации приложений, либо попробовать внедрить сервис Mesh. И мы посмотрели, что есть такое решение, как Istio, там, лидер на рынке, обещает, а, значит, и трафик менеджер и обсервабилити и security, в общем, должно решить нашу задачу, а еще дать различного рода бонусы, э, в, ну, дополнительные фичи да, в качестве бонусов, а, и мы решили попробовать. А, но первая попытка не взлетела, поскольку мы сразу поняли, что на наших workload'ах, а, во-первых, довольно много потребляет ресурсов, мы к этому вернемся чуть позже, Помимо этого у него достаточно сложное кривое обучение, да, за счет, в том числе за счет достаточно сложной конфигурации, ну субъективно по крайней мере, перегруженного и медленного интерфейса пользовательского. И в принципе это, наверное, не стало бы таким стопером, если бы он решал нашу задачу, но он задачу нашу не решал. И, по сути дела, то самая распределенная трассировка, которая нам была нужна, она не работала. Точнее, работала не так, как мы ожидали. Вообще, в чем проблема? Вот представьте себе, что у вас есть три сервиса. Сервис А, сервис Б и сервис С. И вы хотите получить один трейс вызовов между как раз таки этими сервисами А, Б и С. Вы ставите Istio, настраиваете там, сброс трейсов в Jagger и обнаруживаете, что у вас не один трейс, а два. Почему так получается? Дело в том, что Смотрите, сервис B должен обязательно прокидывать все вот на необходимые XB3 заголовки. Если он этого не делает, то трейсы, по сути дела, разрываются в этом месте, и вы получаете совсем не ту картину, что вам надо. Соответственно, пришлось бы все равно как-то модифицировать приложение. И тогда мы подумали, что нам все-таки нужен не сервис Mesh, а трейсы и... Uh, наверное, в этот момент мы бы сдались и пошли бы в сторону инструментации, если бы не нашли другое сервис uh, меш решение не, наверное, не самое популярное от ребят из Авито, uh, которое называется NetterMesh. Значит, его отличительная особенность от всех других сервис-меш-решений, которые я видел, в том, что он полностью децентрализован, то есть в нем нет control-plane. Но самое главное здесь в том, что он решал нашу проблему за счет того, что не требовал пропагации xb3-заголовков, а умел клеить трейсы по любому кастомному уникальному хидеру, например, x request и вот у нас вот по счастливой случайности x-request-id был и прокидывался между сервисами. И таким образом мы там пофиксили пару багов, немножко там допилили, соответственно, его, и получилось вот, что трейсы мы, в общем-то, в системе получили. Задача решена. Поэтому можно сделать такие маленькие промежуточные выводы в том, что, ну, во-первых, всегда нужно иметь в виду, что вы решаете конкретную задачу. В нашем случае нужны были трейсы, а не сервис меш решения что а, несмотря на то, что все могут гореть о а технологии, лендинги быть красивыми и так далее, всегда нужно их проверять, что они конкретно решают все-таки вашу задачу, желательно до того, как вы будете это пробовать делать. А в-третьих, ну, отвечая на вопрос, да, а могли бы мы обойтись на тот момент без сервис-меш? В принципе, да, просто с помощью обычной инструментации приложений. И, в принципе, мы жили так год, пока, значит, полгода назад к нам снова пришла в голову замечательная идея в связи с тем, что количество сервисов все еще возрастало. Да, вы поняли правильно, давайте все-таки внедрим сервис Mesh. Правда, в этот раз у нас был немножко другой набор хотелок, он был более разносторонний, тут и клиентская балансировка, и, значит, больше наблюдаемость, канареечные релизы, шифрование трафика, security и так далее. В принципе, мы выписали себе такой порядочный, да, большой набор хотелок, по которым, в общем-то, потом и выбирали решение. И первое, с чем мы, в принципе, встретились, с тем, что текущее решение, которое мы тогда использовали, NitroMesh, несмотря на все его преимущества, все-таки имело ограниченное количество фич, и за счет того, что этих фич не было, оно сразу под эти хотелки не подходило, и нам потребовалось искать альтернативу. Альтернативу мы стали искать, опять-таки, выбрав три решения в качестве кандидатов. это Istio, поскольку... Ну, до сих пор это самое популярное решение, скажем так, и мы не могли не дать ему второй шанс, может быть, за год что-то изменилось. А, это и два проекта, которые включены в CNCF, да, одобрены, это Linkerd и Kuma, соответственно. Вот. Чтобы нам было веселее и сделать некоторый вывод ближе к концу, мы будем заполнять с вами такую красно-зеленую таблицу, которую любит архитекторы, где мы по каждому из пунктов, соответственно, будем писать, значит, насколько конкретное решение удовлетворяет нашим требованиям. Ну и начнем мы с ресурсопотребления, потому что это очень важный вопрос для нас. Мы вообще стараемся тратить поменьше денег, ибо вообще cost efficiency, потому что каждый раз вы получаете, ну каждый месяц вы получаете счет за Google Cloud, и, конечно, вы хотите, чтобы он там не сильно рос хотя бы. Да? И а, здесь мы, возникает такая штука, что а, например, с точки зрения потребления цепу и памяти, кума Истио очень любят это дело. Да, то есть они дают очень большой оверхед. на нашем вот примере был кластер на 10 тысяч подов, и, по сути дела, чтобы на какую-то тестовую среду навернуть сервис Mesh, необходимо, в общем-то, было докинуть ресурсов в, два, в три раза больше, чем было на этой среде, что оказалось для нас неприемлемо. В этом плане Linkerd гораздо более ресурсоэффективен, и, по сути дела, он, ну, практически его внедрение незаметно на том, сколько денег вы значит, тратите на ноды в том же самом Kubernetes. Вот, поэтому а, есть еще, соответственно, бенчмарки, которые делала компания Linkerd, сравнение потребления CPU и памяти между Linkerd и Istio, не в пользу последнего. А, обычно они очень доверяют таким исследованиям, особенно ангажированным, да, когда сама компания его и проводит, но в данном конкретном случае мы видели очень похожие результаты, поэтому а, в той или иной степени этим результатам можно доверять. Соответственно, по ресурсопотреблению у нас есть очевидный лидер Linkerd, однако дальше все становится не так очевидно. Например, с точки зрения наблюдаемости, то есть мы хотим понимать, в общем-то, что у нас происходит в системе. К сожалению, каждое из этих решений требует некоторой доработки приложений для того, чтобы корректно писать распределенные трейсы в тот же самый джаггер. Здесь мы немножко поплакали, потому что нетромеш-то умел как бы делать, а здесь мы, нам 100% придется приложение модифицировать, и без этого уже никак не обойтись. Хотя бы заголовки пробросить нужно. Потом... Про балансировку клиентскую. Обычно ее делают для того, чтобы, во-первых, уменьшить латенси, увеличить стабильность работы системы, да, за счет выбора менее нагруженного инстанса, скажем так. Вот. Но мы решали здесь несколько другую задачу. Дело в том, что в Kubernetes есть такая сущность, как сервис, и по умолчанию, в принципе, если вы его используете, то он вам дает просто статически некоторые IP, за которым, значит, скрываются, настраиваются IP-тейбл с маршрутами, маршруты до конкретных подов. Ну и вся стратегия балансировки, которая здесь возможна, это раунд-робин. Можно сказать, что у Kubernetes есть поддержка IPVS, но это не совсем так, потому что Kubernetes Engine, который мы используем в Google, он это дело не поддерживает. Поэтому в этом плане сервис Mesh, конечно, решает наши проблемы тем, что он как раз-таки убирает по сути дела этот сервис из рассмотрения и организует, скажем так, запросы, чтобы они шли напрямую из, пода, из одного пода в другой под. На за счет использования uh, того же Endpoint API. Um, поэтому uh, с точки зрения load balancing а и опций, здесь надо сказать, что все три, uh, все три решения. Имеет достаточно хорошие алгоритмы балансировки, хотя LinkRD имеет чуть лучше. То есть метод скользящих средних, он в среднем показывает, опять-таки, результаты чуть лучше, чем наименее загруженные, да, list request, стратегия. Но с точки зрения опций в LinkRD их значительно меньше. Например, нету Circuit Breaker. То есть если вам нужен Circuit Breaker, вполне возможно, что LinkRD для вас, в принципе, не вариант для использования. А про канареечные релизы. Вообще мы хотели чувствовать себя, конечно, увереннее при деплойменте. И здесь надо сказать, что, опять-таки, сервис Mesh не дает каких-то готовых решений для канареечных релизов. Скорее, он дает примитивы для того, чтобы их построить. Мы к этому вернемся чуть позже. Но важно знать, что здесь есть возможность роутинга и сплита трафинга на обычно двух уровнях оси. Либо на четвертом, либо на седьмом. Чтобы понять разницу, вот, например, четвертый уровень, да, это если вы берете, делать определенный сервис, и как, например, в Nginx, прячете еще два сервиса за ним и просто-напросто расставляете им необходимые веса с точки зрения сплита трафика. L7 трафик Routing, он позволяет сделать нечто большее, скажем, более сложные какие-то кейсы. Например, роути трафик на основании каких-то HTTP заголовков, которые есть у вас в запросе. То есть можно делать более сложный сценарий, скажем так. Здесь надо сказать, что опять-таки и и истиа, они поддерживают оба уровня, 4 -й, 7 -й, и четвертый, и седьмой. Linkerd поддерживает, по сути дела, только четвертый уровень что несколько ограничивает его возможности в части выкатки тех же самых канареечных релизов. А с точки зрения security, это шифрование и zero-trust policy во внутреннем контуре нужны для того, чтобы чувствовать себя защищеннее. Давайте опять посмотрим вот на нашу архитектуру да, и увидим, что в ней довольно много различного рода сервисов, да, много элементов. И как мы знаем, что уровень защиты обычно определяет, определяется уровнем защиты самого слабого звена. Представьте, что злоумышленник, он взламывает ваш, например, фронтенд. И если у вас внутри нет никакой авторизации, никаких политик, есть приватный API, который можно дергать, опять таки без авторизации, да, какой-то, то он легко может получить любые данные, которые ему нужны, или сделать какие-то вредные воздействия. То же самое, если у вас нет шифрования трафика, то задача хакера еще облегчается. Он может просто послушать трафик, выдать какие-то заголовки, понять вообще, как работает система и так далее. Поэтому сервис MSR решения дают возможность, во-первых, а, накрутить политики авторизации, которые мешают делать такие доступы. Вы можете запретить, скажем, если к фронтенду не нужны данные с конкретного бэкенда, вы можете запретить это, что снижает, как бы сужает, скажем так, вектор атаки. А, и с другой стороны, весь так как трафик становится шифрованный, то его становится сложнее прочитать. Ну, в принципе, невозможно. П здесь э, э, все три решения достаточно хорошие, то есть они э, все поддерживают э, необходимые политики, шифрование и так далее. Ну, каждый немножко по-своему со своими особенностями. Если мы подходим а, к вопросу последнему, но, наверное, не, не, не самому, а, скажем так, тоже важному, это вопросы красивости и, значит, удобства, да, это UI и конфигурация. Это нужно для того, чтобы у вас, в принципе, не шла кровь из глаз, а, чтобы вам было комфортно, значит, работать с чем-то, это работало достаточно быстро, приятно, и вы этим пользовались, самое главное, да, чтобы кривая обучение та же самая была попроще. Вот. И в этом плане у Istio, как показалось, наиболее сложная конфигурация и достаточно сложный, опять-таки, да, и комплексный UI, который он использует. Поэтому вы, наверное, уже догадались, зачем мы рисуем, в принципе, всю эту табличку, да, зачем мы ее заполняем. Дело в том, что нет идеального сервис-меш-решения. Нужно выбрать какой-то трейд свой, да. В нашем случае трейд был простой. Он был между возможностями трафик-менеджмента, и перформансом ресурсопотреблением на да, то, насколько маленький оверхед а, дает конкретное решение на нашем ворклоаде. и а, мы выбрали низкое потребление ресурсов, чуть более хороший алгоритм э, балансировки, скажем так, и более легковесное решение по той простой причине, что э, это нам 100% как бы было важно, чтобы он потреблял, э, низко, не, э, потреблял мало ресурсов, да, не делал большого оверхеда, а вот э, все эти фичи, которые дополнительные даются на, с точки зрения трафик-менеджмента, э, они нам были, мы еще не знали, как бы, нужны они на самом деле нам будут или нет. Поэтому, значит, нужно помнить, это опять-таки я не Америку открываю, но нужно помнить, что каждое решение имеет свои трейд-оффы. Вот, и сервис-меш это отнюдь не как бы бесплатный ланч, и он имеет свою цену. Вот, и мы выбрали решение, которое более легкое, у него которого минимальный оверхед. Но в вашем случае выбор может быть абсолютно иной. То есть вы, у вас свой workload, свои хотелки, своя архитектура и так далее. Вот, поэтому выбирайте с умом. Здесь снова должен прийти Мишка Любопышка и спросить, значит, о том, а могли бы мы вообще обойтись без сервис Mesh? Как бы главный вопрос доклада. Для этого нам нужно как бы вернуться в день доклада, как бы в текущий момент, в котором вы правильно понимаете, что количество сервисов все еще возрастает, никаких изменений тренда тут нет. И немножко порефлексировать. Да, то есть порефлексировать на тему того, что мы, в принципе, вообще от LinkRD получили. Давайте начнем. Ну, значит, рефлексировать мы будем по тем проблемам, которые мы ранее обозначили. Начнем с проблемы reliability, да? Нужно сказать, что у нас используется совмещенный подход. То есть, несмотря на то, что да, мы внедрили сервис-меш, но у нас уже были какие-то шарит-библиотеки. И в этих шарит-библиотеках уже были разные роды фичи, например, deadline propagation, retry, тайм-ауты, которые ребята уже запилили без всякого сервис mesh на тот момент. И единственное, что мы действительно используем, это как раз-таки более продвинутую балансировку запросов, то, чего в нашей шаре библиотеке не было. Можно здесь спросить, а почему, например, не использовать те же самые ретрай, таймауты, которые предоставляет LinkRD. И здесь нужно сказать, что основная проблема в том, что нужно тащить отдельную конфигурацию. То есть вам нужно для каждого сервиса прописать э, конфигурацию раутов, да, то есть прописать какие-то регексы, значит, как там, какой у вас э, метод, там, getPost, можно его ретрайт или нет, задать ретрай бюджет, значит, на сервис, добавить каждому такому рауту тайм-аут и так далее. И кажется так, что это какая-то внешняя конфигурация, и разработчикам с ней работать не, не очень удобно бывает, и э, профита мы сильно от этого не получим. Поэтому, в принципе, мы эту функциональность не используем. Однако, если у вас как бы совсем нет никаких шарит библиотек или вы строите с нуля, то эти фичи могут быть полезны, безусловно. Но в нашем случае нет. С точки зрения канареечных релизов, я, как я уже говорил, сервис-меш решения, они дают примитивы. И для того, чтобы как раз таки их реализовать, уже имплементировать, вам нужно какое-то а, внешнее решение. В данном случае мы пробовали использовать, например, флагер, который умеет конфигурировать трафик сплит и, в общем-то, а, проводить connection deployment. Однако основная проблема тут в том, что нужно понимать, а, скажем так, в том, в понимании того, нужно ли откатываться. И это понимание, оно отнюдь не такое, не наивное и не простое, например, как там просто пятисотки посыпались, скажем там, или там стало больше ошибок с каким-то HTTP-кодом. Потому что, возможно, проблема не в самом сервисе, а, возможно, проблема в базе данных, и вам нужно делать какие-то другие действия, например, по откату, а может быть, этот откат невозможен данных, скажем. Или это вообще проблемы с сет пати системой да, вам это как-то уже, то есть это не просто проверить одну метрику, вам нужно проверять, в общем-то, комплекс каких-то метрик для того, чтобы принять решение. И так как все это дело нужно делать, конфигурировать, опять-таки заботиться, мы получаем то, что, э, по сути дела, есть вот э, pipeline, если у вас хороший continuous delivery pipeline, он начинает выступать как некоторого такого конкурента. То есть он не, он не заменяет, конечно, канареечные релизы, э, да, но… Как бы, с другой стороны, он делает их менее полезными. Да? То есть когда вы можете быстро выкатить сервис, когда у вас тестирование, есть тестирование критичного функционала, когда у вас роли апдейт стратегия. И вдобавок к этому у вас уже есть автоматизированная процедура отката, именно автоматизированная, а не автоматическая, поскольку оно требует э, участия человека, то разработчик просто смотрит уже на готовые метрики, алерты, э, принимает решение, надо откатывать, не надо откатывать. И откат происходит сам тоже очень быстро, там, там за 3, 5 минут обычно это происходит. И в таком случае вы начинаете считать статистику, и оказывается, что в принципе вот вам канареечные релизы будут полезны, то есть смогут уменьшить время простроя примерно в одном случае на 5000 выкаток. И в таком случае вы понимаете, что вот эта вся работа по их там созданию, конфигурации и так далее на текущем этапе жизни компании не очень как бы принесет не так много профита. В общем, шкурка выделки не стоит, поэтому э, Proof of Concept мы провели, да, мы так делать умеем, но вот пока реальных э, кейсов, чтобы мы это делали, нет. Поэтому если смотреть на, то, на это с точки зрения Reliability, да, что нам дал Linkerd, ну как бы дал некоторые вещи, например, алгоритм балансировки, но не сказать, что какой-то прям big deal. Значит, следующее это про наблюдаемость. И здесь тоже не все так он просто очевидно. Да, с одной стороны, мы получили классный дашборд, в котором есть метрики по сервисам. Можно посмотреть, какие вызовы ходят в режиме реального времени. Это все как бы круто. Особенно а, хорошо стало с теми сервисами, которые написаны не на Питоне, потому что для них не всегда была хорошая какая-то инструментация, например, для фронтенда, ну, в основном для фронтенда, скажем так. Для него же мы получили унифицированные метрики, но опять-таки там они нужны чуть меньше, чем на тех самых более нагруженных бэкенд-сервисов, на которые, в общем-то, чаще всего отвечают там за там, пользовательский тот же самый экспириенс. Вот. Если говорить про трейсы, то тут тоже есть проблемы свои. То есть все а, сервис-меш-решения, не умеют откидывать трейсы, но они не понимают, что, например, а, некоторые урлы являются на самом деле одним методом, да, одной операцией. Как это, в общем-то, происходит? Вот представьте, что вы используете какой-то REST API, и у вас есть метод, например, получения кастомера по его идентификатору. Если этот идентификатор, он есть в урле, то, соответственно, в данном случае это будут две операции с точки зрения там, джаггера, если слать а, трейсы Азис, да, то есть как они посылаются сервис-меш-решением. Поэтому вам все равно нужно ставить какой-то процессинг этих трейсов, например, с помощью OpenTelemetry коллектора, схлапывать такие операции в одну, для того, чтобы у вас просто было все как бы красиво, и вы получали действительно релевантную и достоверную статистику. И это как бы за вас сервис-меш-решение не сделает. Более того, как бы вы в какой-то момент понимаете, что, скажем, тот же самый джаггер, его надо сопортить Если вы хотите какую-то статистику, там, например, да, за какой-то период времени, то вам нужно думать о хранилище опять-таки этих трейсов. И в данном случае мы посмотрели и решили, что вот есть менеджер решения в Гугле, который называется Stackdriver, и в итоге стали отбрасывать трейсы в него. В итоге мы получили за достаточно, как бы, ну, на наших, по крайней мере, ворклоудах и масштабах, за достаточно дешево мы получили хорошее менеджет решение, в котором, в общем-то, теперь можно им пользоваться, смотреть там трейсы, там, в том числе, там, на больших периодах времени, там за месяц и более, использовать BigQuery в качестве тула для аналитики и получать... Красивые репорты, отчеты и так далее. Но надо здесь сказать то, что все это заслуга не сервис-меш решения, не LinkedIn, а того, как вы вообще в принципе работаете с трейсами. Да? И здесь надо сказать, что тоже, как бы, да, чуть стало лучше с точки зрения наблюдаемости, но это тоже не какая-то вау-киллер фича. Поэтому мы подходим к третьему. Проблеме это security. Может быть, здесь что-то по-другому? И здесь нужно сказать, что с точки зрения security нужно быть очень аккуратным. Потому что, когда вы внедряете какое-то сервис-меша решение по умолчанию, у вас уровень security достаточно низкий. Скажем так, вот Linkerd, то есть, ну, там есть отличия между разными да, решениями, как они это имплементируют. Но вот Linkerd, например, да, у вас будет зашифрованный трафик между сервисами, которые попали в меш-зону, да, но при этом а, любые другие запросы не авторизованные, или там, если где-то у вас что-то сломается, то может произойти там утечка трафика, если вы об этом там не позаботитесь, не подумаете, еще что-то. Поэтому, как бы, первое, что вы делаете, вы должны накрутить такие политики, например, которые а, запрещают вот эти самые а, нешифрованные коннекции. И в этом случае, когда вы их накручиваете, их надо накручивать очень аккуратно, потому что, скажем, тот же Prometheus или Nginx Ingress, они могут быть вне зоны сервис-меша, и вы просто рискуете в какой-то момент не увидеть метрики или там еще хуже того, в общем-то, получить некоторые outage. То есть тут надо, нужно быть очень внимательным. Но и это как бы не дает а, полного уровня security, потому что а, его достичь вы можете тогда, когда а, вы включаете так называемый deny mode, да, то есть тогда, когда все коннекции, они в принципе запрещены до тех пор, пока реально не разрешены эксплицитно некоторой политикой. Вот. И а, в реальном мире а, на самом деле это э, организовать вообще в принципе вот эти вот политики, их конфигурация и так далее может быть тоже не очень просто, потому что у вас есть много разных компонентов, э, уже выкачано большое количество сервисов, э, вам нужно все эти политики аккуратно выкатить и ничего не поломать. И в этом плане, как бы вам поможет только внимательное чтение документации, там -эк эксперимента на тестовых средах, вот. А если вы, соответственно, используете Linkerd, то вот есть внизу ссылка на мою статью о том, как, в общем-то, эти политики авторизации можно накручивать, настраивать и так далее. Но она как бы выходит за рамки данного доклада. Единственное, о чем хочется сказать, это о том вообще, как в принципе, какая есть вообще проблема с точки зрения организации, политик, авторизации. Вот представьте себе, что вот есть три сервиса, это очень полнорастая да, схема, и сервис, например, там два не может иметь доступа к сервису один, а сервис три, например, может иметь доступ к сервису один. И для этого, в принципе, достаточно там накрутить там, пару-тройку ямликов, и проблема будет решена. Но все гораздо сложнее, когда у вас а, на продакшене крутится 150 сервисов, и вам нужно это все выкатывать, причем на постоянной основе. И в этом плане вы можете организовать а, описание этих политик, ну, скорее всего, вы используете какой-нибудь Helm, Chart, например, да, а, описание этих политик а, эксплицитно. Но в данном случае вы прямо говорите, что вот коннектор сервис разрешает, а, скажем, а, доступ только от сервиса 3. И такой способ, он легко его понять, легко шаблонизировать, но… Если у вас уже много сервисов есть, то вам нужно идентифицировать всех клиентов, их прописать. И вообще кажется, что это не совсем как бы нативный способ описания. Потому что нативный способ описания был бы другим, когда вы пишете, что у меня есть какие-то зависимости. Потому что вы владеете этим сервисом и понимаете, куда он бегает. И он как бы понятен для разработчиков, понятен для того, кто будет писать манифест этого сервиса. Но в этом случае у вас есть другая проблема, потому что авторизационные политики, например, в том же Linkerd, да, то, чтобы их сделать, вам нужно решить обратную задачу, построить обратный граф, да, то есть показать, какие сервисы, какие, условно говоря, коннекции от каких других сервисов могут принимать. Если смотреть нашу конфигурацию, то мы выбрали следующий подход, как бы микса, миксование обоих тех методов. Да? А, с точки зрения того, что у нас уже были прописаны все зависимости, а, мы решили сделать такую политику, что если какой-то разработчик прописал, что ему нужна зависимость на другой сервис, то мы разрешаем к нему доступ да, до тех пор, пока владелец а, конечного сервиса а, вдруг не решит запретить это. То есть если какой-то сервис прописал, что к нему может ходить только какой-то определенные сервисы в данном случае, да, то несмотря на то, что прописано в секции dependencies, оно, по сути дела, работать не будет. То есть этот трафик все равно будет запрещен. Поэтому, вот как ни странно, но мы не ожидали, но именно в части безопасности, в части security сервис-меш-решение дало действительно наибольший профит нам. Поэтому, отвечая на вопрос, могли мы бы обойтись без сервис Mesh? Можно ответить так, что, наверное, да, могли бы, но делать всю эту терминацию, делать политики авторизации, защищать внутренний контур как-то на уровне приложений, через шарит, либо и так далее, было бы еще больнее того, что, в общем, той боли, которую мы испытали при внедрении сервис меша это потребовало было бы гораздо более трудозатратно и, возможно, не увенчалось бы каким-то успехом. Поэтому, если делать выводы, да, общие, то нужно понимать, что есть сервис-мешка-концепция, да, когда вы выносите функциональность сайт-кары, делаете а, взаимодействие сервисов а, с помощью внешних вот этих сущностей. Есть сервис мешка как решение. И сервис мешка как концепция, она будет тем лучше, тем э, более разнородна, более сложна ваша архитектура. Например, в данный доклад вообще не попала э, такая тема, что если у вас есть, например, два кластера, и вам нужно гонять э, трафик между ними защищенно, зашифровано, там, с каким-нибудь там э, выбором более там ближайших с точки зрения географии, инстансов и так далее, то конечно в этом плане э, это совсем как бы другая штука и здесь наверное сервис mesh будет давать еще больше какие-то профиты. Но надо понимать, что сервис-меш именно как решение, да, которое есть на рынке, они не являются какой-то серебряной пулей. Нельзя взять просто так и внедрить, в общем-то, сервис-меш. Вам нужно, во-первых, выбрать его, исходя из тех трендов, которые для вас приемлемы, а финальный результат будет хорошим в том случае, если вы поработаете напильничком, и иногда он может вас немножко удивлять. Ну вот, например, как нас с точки зрения того, какие основные бенефиты мы от внедрения получили. Вот, помните что дьявол деталей э, в деталях э, пользуйтесь головой э, выбирайте решение с умом решайте те задачи которые перед вами стоят вот не берите просто хайповые технологии или не слушайте того кто вам здесь скажет что вот это решение э, поможет вам в решении всех в общем-то проблем которые у вас есть э, На этом наверное все и вы можете задать свои вопросы.